Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария, и я рада приветствовать вас в мастерской Музея Победы. Сегодня у нас с вами праздник, День оружейника, и к этому празднику мы предлагаем вам сделать поделку из бумаги. Это будет бумажный автомат. Для этого нам понадобится несколько листов бумаги А4, половинка листа бумаги, клей, карандаш и ножницы. Итак, давайте приступим. Все будет очень просто. Вы берете лист бумаги и сгибаете его пополам. После чего разворачиваете и сгибаете одну сторону к середине и вторую. Дальше еще раз. И то же самое с другой стороны. Дальше сгибаете посередине. И у нас с вами практически готов главный элемент. Дальше у нас с вами будет самая сложная часть. Нам нужно загнуть вот тут вот краешек. Для этого мы берем краешек, просто так вот загибаем, чтобы у нас получилась ручка. Вот так вот получается. Теперь мы берем нашу половинку бумаги, складываем пополам. Проделываем то же самое, что мы делали только что. Разворачиваем, загибаем к середине. С одной стороны и с другой стороны. Теперь просто складываем. Теперь мы берем основную деталь, берем нашу будущую рукоятку и прикладываем. Смотрим, вот тут будет удобно. Но для того, чтобы у нас ручки были одинаковой длины, мы просто отрежем лишнее. Вот так вот. Остается последний штрих. Нам нужно просто приклеить ручку к автомату. Для этого мы берем клей. Аккуратненько мажем с одной стороны. Переворачиваем. И то же самое делаем с рукой. Все. Вот такой замечательный бумажный автомат у нас с вами получился. И, конечно же, вы можете проявить творчество и раскрасить его в свой самый любимый цвет.